12 апреля. День космонавтики. Праздник Светлой Пасхи. Дом культуры СГАУ. Финальный гала-концерт. Это будет бомба! Читал я недавно ваш сценарий. Значит, мне бомбой, да, нужно быть взрывающейся. Я на такой не согласен. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four track busting. Halfway across that city with the back. Вы сегодня могли описать сегодняшний концерт? Незаурядный. Для аэрокосмического это вообще в порядке вещей. Каждый год делать студенческую весну, которая разительным образом отличается от 108 других вузов. Неудачник, он не в курсе, что у нее тройня. Восторг, радость. Не знаю, какое-то такое ощущение какой-то невесомости. Потому что мы находимся все-таки в аэрокосе, правильно? Поэтому такая невесомость приятная, в которой просто вот было сегодня приятно вот висеть и летать. Мне очень понравился Макарыч. Вот. Действительно, очень ветко схвачены и шутки про сопромат, что с первого раза ничего не получается, но они очень жизненные. Я как выпускник аэрокосмического их очень ценю. Было несколько ряд моментов, которые очень понравились и которые внушили уверенность в том, что в будущем «Студвесна» заиграет новыми красками. Очень впечатлил Стэн Бродский. Очень приятно было увидеть шестой факультет. Ну, а остальные, собственно говоря, подтвердили ту высокую планку, которую они достигли в предыдущие годы. Очень рад за первый факультет. Это вдохновляющая, сильная, теплая студенческая весна в СГАУ завершилась мощным гала-концертом. Победители уже известны. Видеожурнал поздравляет ребят и коллективы и желает дальнейших успехов.